Проверка ему, блять. Палы, каски бафнить. Так поменять эликсион в ДД. Чего? В ДД поменять эликсион. Просто и все, два танка. Не знаю, Люксион там какой спик. Мария, у тебя афорит, да? Ну, смотрите, если будет один ДК танчить, ты танчил один двоих, дед? Если он будет один танчить, надо не сорвать пустого моба. Ему надо набирать на двух мобах агро. Ну, давай спекайся в этого, в ДД. Больше ДД будет. Вначале не бейте, чтобы он набрал агро. Активного бьют. Так там фурики, шмурики, они по-любому будут тобой хлопать. Короче, нахуй, ну понятно. Значит, мы просто, блять, ну... Я не знаю, удалить игру тогда можно, нахуй. Еще раз говорю, блять. Мозг включаем, бьем, блять. Этого активного из пула 10 секунд не бьем, смотрим на омен, блять. Нахуя бог придумал аддоны, блять? Чтобы не смотреть в них или что, блять? Или рекаунт топ аддон в мире, блять? Это, блять, ну... Вы хотите убивать или нет? Всякую, блять, отмазки всякие придумываете, блять. Тика. Алло, блять. Все готовы для отчета. 5, 4. Сейчас ДК танчит Валанар и Талдаром, один. Этому не обосрите все. Ну вот, захиливаем жуки. Вы, блядь, ёбаные бомжи, блядь. Резель Доресы. Рогу первый патч. Ты его разъебал. Автоатака? Это води сверки. Пиздец, ну у нас дамага нет, он лежит. Вы резнули или что там за хуйня? Ну рез по нему прошел, он мне показывает. Пизду, вроде блядь. Бы, но он зеленым подсвечен. Ебал нахуй. Этот Аризель до стопы по келью. Сейчас все, пошли другого бить. Иди набирай агро на нем нормальное. Вот со сферами подходи и набирай хорошее агро на этом. Иначе, блять. Сейчас будешь незыбку Дед Мороз давать на эту хуйню. Инсика массакру. На. Блять. Пизду. Я же не сказал, давайте, блять. На Валанере вихрь могучий. Сейчас-то нахуя вы сдали, блять. Ёбаный. Ладно, похуй. Спишем на то, что вы, ну, пиздец. Промахнулись по кнопке. Сейчас-то вы нахуя сдали, блять. Ой, ёбаный рот, блять. Вот открылся Валанер, ебаный, нахуй. Вот он сейчас будет могущественный вихрь кастовать, нахуй. И на него, блять... У кого есть массакра сейчас? Вот давай, у кого есть. У меня не зыба есть, если что, говори. Пока придержи. Вот нормально. Кроме того, что эту хуйню дают, да, сейф, нужно все равно разбегаться. Приспусти поближе к звезде эту хуйню. Тебя хэпалы проебут, так, надо хилить двух танков. На второй будет вихрь сейчас на нем до закрытия. На него... Ну, блядь, твою незыбу не надо тратить. Просто разбежимся, нахуй, на своих сейвах. Кинетику помогите там.
Вот. Сейвы свои даем. Когда хат кинула, ну все нахуй, падаем нахуй. Рейндж нахуй. Сука. Ёбаный в рот нахуй. Бомжи, блять. Ёбаный совет, блять, не убить нахуй. Чё, пиздец, совсем... Я это, на будущее, вот... Вот если вы вот так вот падаете, вот как... Кто вас как водит? Когда раньше как вас водили, блядь? Мне просто интересно. Мы 25 хрем ни разу не убивали. Ну, блядь, это, ну, не весь же рейд. Не убивали. Так почитать надо тактику открыть. Ебать, вам рассказываешь. Сейчас, если начать тонкости все про этого босса рассказывать, мы на каждом боссе с вами будем полчаса до полу сидеть. Еще раз, что ты спрашивал, кто водит? Кто как водил вас раньше? Почему такая хуйня? Совсем, ну, похую или что? Ну, видно же, ебать, на первом трае мы когда били, этот пидор кастует два могущественных вихря, блядь. Вы что, ну, не вдупляете, что надо раньше набрать? Как он работает? Давай, блядь, нюансы будем разбирать, хули, вместо того, чтобы проходить, играть, отыгрывать, сука, нормально за свой класс. А Салина кто убил? Давай, сейчас я посмотрю по деталям смерти. Просто талдаром, блядь, автоатакой. Почему, нахуй? У тебя что, омана нет? Ты не можешь выбрать? Вот, ну, ты напулил, да? И бьешь Валанера. Как ты так сделал, чтобы тебя разъебал талдаром? Ты мне просто объясни, вот как нахуй? Ты же, ну... Да не... у него АОЕ, это комбо, блядь, у него просто ебанутая АОЕ. Ну, понятно, что АОЕ, а что нельзя талдаром выбрать, посмотреть, или что, или там звукового сигнала нету, блядь. Как так? Почему так похуистически-то вы относитесь, ебать? Ну, видно, рейд впритык ДПС. Можно убить, но мы будем, ну... мы хуетой будем заниматься, нахуй. Вы сами-то подумайте, блядь. Вам самим нихуя. Он, наверное, напулил. Он, наверное, напулил. Я знаю, что там он напулил, блядь. Череды. Остаток от череды у него влетел прямо в него, блядь. И у него ебало снесло. Снесло его, блядь. Ты видел, через сколько он сдох? Секунд, сколько там? Секунд 20 бой продлился. Уже после напула он сдох. Он хуярил. 20 секунд. Шквал клинков длится 20 секунд. Ясно, нахуй. Ну никак, да, не подумать. Вот 30 тысяч ДПС лучше в пол полежит, нахуй. Чем, блядь, отойти 10 секунд, постоять, подождать, пока ДК на талдарами натыкает. Так и нахуй такое надо тогда? Спекайся, Дед Мороз. Да, блядь, откуда он знал? Он первый раз, блядь, так сделал. Первый раз? Ты имеешь в виду в целка он первый раз? Или что, блядь? Первый раз напулил, блядь, двоих вот этих. Да все, в пизду, нахуй. Спекайся тоже Дед Мороза ДД, нахуй. Я мишки подержу лучше, там постабильнее по двум целям игру набор. Ебал я эту хуйню, нахуй. И по вихрям давайте сразу распределимся заранее, нахуй. Я не знаю, как у вас с памятью. Вот есть Валанер, нахуй, центральный, да, который с ХП открытый. Он кастует два вихря. Бывает один, бывает два. Значит, на первый дает массакру Киризайт, на второй Инсика. И все, и дальше вы чередуетесь. Так-так. Также вот открылся этот Келесит, потом Талдаром, потом опять Валанер. Опять откатилась у Киризайда на первый вихрь, на второй Инсике, блядь. Все. Без ебаных команд это все даем, блядь. И люди, вот вы сейчас сдохли, да? Выпанулись, вы не набрали друг от друга рейдж. Как работает вихрь? Давайте объяснять, нахуй. Вот мы стоим вот тут, вот все в толпе. Если мы вот так все сойдемся на могучих, блядь, мы просто все сдохнем, нахуй. Вихрь появляется в каждом игроке. В каждом игроке вокруг него 12 метров такая хуйня. Это физический урон. Вот. Если будете вдвоем стоять, вы не 12 тысяч от одного получите вихрь, а 24 тысячи. Но он режется броней, физический урон. Вот, чтобы не сдохнуть, надо, ну, словить рейндж. Хотя бы, не знаю, хуй с ним, если один человек у вас будет, и там вас откинет, вы дамаг побольше получите. Но вы когда втроем, четвером тасуетесь, как сейчас было на вайпе, нахуй, вы сдыхаете, блядь. Ну, там слов просто уебанские энкаунтеры сложились. Там то ли трамплин откинул пачку прям, то ли кинетика лопнула, и вот эту вот всех пачку закинула, люди даже отбежать не успели. Да, блядь, понятно. Короче, я думаю, понятно по этой хуйне. С Келеси там понятно тоже, что его бить надо. Этот самый Дота также его танчишь. Я двоих буду танчить. С пула две роги напулите на медведя. Ну, там дальше, там по КД напулите. Посмотрим, кто второй откроется. Спекнусь. ДКшника, блядь, проблематично набирать. Хуйню эту ебаную. Проверка. Так, все готовы, даем отчет. 5,
4, 3, 2, 1. Смотрим, кто второй откроется. Келеси, отойди, тебе идти потихоньку. С меня кто-то все сферы содрал сразу, блядь. Забирай, ой, забирай их. Неси-ка, не бегай. Бабл нажимай, Сика, и каплю на этого, на ДКшника. Лучезара, если ты в холике, крылья не на, него, на него тыкай. Еще тебе танчить 15 секунд. Огнестойкий тоже бабл и каплю на ДКшника. Ну, без сфер он сдохнет. Кровь вампира, жми всю хуйню, ну, давай. Пиздец. Все, ну, чоки лесит, а он пошел по рейду нахуй. Да пизду нахуй. Вы че, угораете? Как вы по ним все умудряетесь лупить? Ебланы, блядь. Этот, есть details у кого-то, кто, ну, пизду нахуй. Да идите нахуй просто, блядь. Вы че, ебланы совсем? Вы, ну, снимите этот, вот эту залупу свою. Она же цель бьет. Эти, как вальки нахуй. И ауе у вас, вы же знаете свой класс, блядь. Падайте нахуй, спиной вставайте, падайте, не хильте. Все, не хильте, блядь, это хуйня. Говно какое-то ебаное, блядь. Сука, каждого бы, блядь, я бы, знаете, что сделал? Я бы, блядь, помимо того, чтобы ваши дети всю жизнь в WoW играли, так надо еще, блядь, спекнуть вас всех лет на 10 в танка потанчить, чтобы, сука, каждый АТ вы танчили келеси там, нахуй. И чтобы у вас сферы забирали, чтобы вы вздыхали, блядь. Сука, никакого понимания нету, блядь. Пиздец. Звучит как пожелание на день рождения. Ну, блядь, почти. Эй, блядь, пизду нахуй. Ещё ты ебал рот нахуй. Фу, ебать. Уже какой вайп, и почему у меня шмотки не ломаются, я не пойму. Они у тебя деревянные. Ага. Давайте, блядь, этот самый по классам разбираться. Кто и как ауешит, нахуй. Details у кого-то или какая-то залупа есть по сферам? Не гоните, дамаг вреет. Сейчас, секунду. Хули зависло все, блядь. По черным сферам, блядь. Кто их, сука, хуярит, нахуй? Больше всех должен бить их ДКшник, для того, чтобы они на нем были. И, конечно, может немножко нубик, а как по сферам именно урон выделить? Хуй знает, похуй вообще. А, вон, скинули. Скинул там, да. Те, кто первый раз, блядь, вот думайте, просто задумывайтесь. Найдутся люди, кто лучше понимает, они просто пойдут вместо вас рейд. Если хотите, вот эту геру там закрывать, эту всю хуйню, блядь, лутать шмотоньки там. Прочитайте ебаную тактику и свой класс, ну, раздупляйте, узнавайте. Потому что без вот этой хуйни за ручку вас каждого поводить не получится. До той же Джайны будете, блядь, 5 лет играть, пока раздуплите, что там к чему делать. Ну, мне просто тогда на поводение нет смысла просто идти келесет бить. Потому что у меня единственная, блядь, единственная абил, которая у меня не наносит ауе урон, это удар воина света. Тебе надо не идти туда. Вот и все. Туда идут те, кто могут бить в одну цель. Без ауе.
Если АУЕ метров, ну, блядь, 3, 5, 6, это можно еще пойти туда бить. Но если АУЕ больше, блядь, вот, потому что ДКшник отводит метров на 15 эти шары ебаные. Вот. Если ты увидел, что шары пошли на тебя, все нахуй, съебись. Там вообще сейчас ситуация такая была, то что стоял Келесет, и за ним стояло темное ядро. Просто за ним. Это оно появляется за ним, это одно ядро-то. Я его потом выделяю и забираю. Ну, я знаю. Я имею в виду то, что я сейчас дамаг набил на нем в основном. Так я но не задеваю, в он принципе. Он появляется у него за спиной, одно ядро. Остальные я увожу. Фишка в том, что я увел вот сюда все ядра, их сразу долбанули, и они ушли. Блять, что за хуйня нахуй? Так должно быть у меня, блять, висит эта ебаная хуйня нахуй. Банный в рот нахуй. Ну, чтобы вы хотя бы вот это раздуплили. Так. Все развисло. Вообще, на самом деле, я сейчас не понял момент. Потому что до этого, на трае, где мы уперлись в Берсун, я нанес миллион с хуем в Келесета, и урона у меня 7к было всего по сфере. То есть я могу спокойно подхрепить. Ну, я не знаю, ну... Блять, надо смотреть, понимаешь? Это надо смотреть, потому что я вот танчу босса, я не вижу, кто на кого это хуета. Вот кто их агрит, эти сферы, он видит, нахуй. Это. Линкните еще раз по сферам и посмотрю, кто там бил, блять. Подумаю, как они случайно это и специально хуярят, стоят. Так. Вот Казик, нахуй, подошел, блядь, вихрь крутанул и вайпнул рейд, нахуй. Вот, после него только танк идет. Ну, гнестойкие лужи там, потому что на Казика сферы пошли. ДКшник, видать, дотки обновил. Шаман. Ну, Койл, я хуй знает как. Кто хуярит, бесы или эти, блядь, или Нибелунг, или какая еще залупа. Пиво, Ретрик. Не знаю, нахуй, ну не должно быть такого, нахуй. Хотите убить? Играйте осторожно. Ну не бейте нахуй. Вообще не. Давайте лучше в Берсу упремся, но чтобы, блядь, танк не сдох. Никель еще пошел, ты, ну. Ну хуй с ним, он просто второй открылся, да не успел мне магро нихуя набрать. Ироги, вы туда бежите. Напулить. Вот вы туда побежали, Никель открылся, вы напулите на ДК сразу. Потом чуть что сферы, если вдруг идут на вас, если не успел отвести там. Ну ждите, блядь, отойдите. Напулили, отошли. Так, дает что-то. Плоски обновить. Вот это вот первую сферу тут тот раз проебал, и сейчас тоже проебал. А он будет сейчас открываться, и у тебя опять будет одна сфера вместо трех, две вместо трех. Это хуёво. Ну вот, блять, талдаром нахуй. Лезет, точнее. Забираем, еще сферка возле босса стоит. Вот на кого она пошла, нахуй, забираем. Подвигайся право-лево, по флекси там, чтобы она шла на тебя. Но видишь, замирает, еще забираем среду. Смотрим на агро, он там не успел агро набрать. Не сорвите ебаного келя, блять. Он не стаунтит, и вы попадаете все. Вот уже первый пошел, нахуй. Че, сука, совсем мозгов нету, нахуй? Оман не установили, или что, блять? А, вылетел нахуй. Сори, блядь. Я думал, ДКшник сорвал, нахуй не вылетел. Ну, играем тогда. Типа, шли талдаром. Забери сверку. Даем Геру.
Надо ему говорить, что что-то забирать. Сейчас два босса будут. Сферы появляются. Пока эти два босса пройдет круг, там 10 сфер появится. Там просто на мне висел. Надо, ничего. Похуй. Сферы появляются у него в углу там. Ему эта сфера твоя не нужна. Стоит спокойно, агрессия набирает. Кинетику бьем, две в звезде падают. Так, вертушка в этой звезде, отходим немножко. Только не отлетите, ДПС проебете весь. Вот видишь, нахуй. Тоже трудно, да? Валанера бьем. Вихрь первый сейчас, кто там? Кириза, на второй, блядь, Нсика. Казик, стопани, блядь, захилься. Вот. Как захилят, так чаржнися. Чё, дебей. Хуя, Лексион первый ДПС. А вопрос, Лексион, зачем ты крутишь ДПС через кливы, если от этого урон то не увеличивается? Потом, тихо нахуй, потом, блядь, разберемся. Интересно сейчас это слушать во время трая. Кинетику не уроните. Потому что если танка с черными сферами откинет, он их проебет и может его шотнуть. Сферы его тьмы защищают. Если на нем ни одной сферы не будет, то он по 100 тысяч клюхи будет дамаги лететь от Келли, когда он активный. Поэтому сферы нельзя с танка забирать. Все, милики, секунду. Талдаром идем бить. Дамажим. На ступеньках помогите, лучше Зара не умри. Кинетики смотрим. На входе падают вон. Так, Валанар. Так, Кирзайт первый вихрь. Несика второй. Сейчас скоро вихрь будет, готовимся. На вихре раньше набираем. Даже если сокрут дают, это не значит, что вы не сдохнете. Но раньше набираем милики. Кинетики подбиваем. Лесит. Отводи сверки. Все, нормально. Нормально, нормально. Тут он за тобой пойдет. Доту на фул держите, блин. Это будет весело. Секунд, милики, можете уже к талдарам бежать. Объем. Дальше там поднабираем, бро. Кинетика, луна падает, смотрите, не луните. И вот этот квадрат тоже подбейте. Аккуратненько, отлично. Так, воронка где-то, вон отходим.
Отошли, блядь, кинетику уронили нах. Кинетику подбегаем, подбиваем. Пиздец. Так, сейчас шарик пролетит этот. Ну, убьем. Могу вставать. Вставай. Защитуйте. Вихрь. Этот сокру. Кто-то. Ну пиздец, нахуй. Ты не мог, сука, один постоять? Тоже не понимаешь нихуя. Блять, почему я? Ты? Ты, да. Почему ты подбежал? Ну ты видишь, могучий вихрь кастуется или что? Не видишь нихуя. Встал, что ли? Ну, ай, блять, пизду. Так и скажи, играю, блядь, без ДБМ. Нет, играю в ДБМ, там особо кто не разбежался. Но если меня обвиняешь, то пусть я в укрой. Ну, блядь, ну вот видишь, вихрь, он кастует, такой же кастовал, ты, блядь, встал и сдох. А если бы ты стоял... Сказал, если... Ну так, а если бы ты один стоял, если бы ты подбежал на рейндж, блядь, ты бы не сдох. Как, сука, этого не понять, блядь? Тактику, короче, чтобы прочитали, блядь, и понимали, что и зачем вы делаете на боссе. Иначе будет хуёво, блядь, всё. Вот эта вот хуета упала, чё, её подбить нельзя было или что? Вот видишь, блядь, всё, блядь, это... Я не зубу отдавал. Стаунтил босса, отдал. Тихо, блядь, на Войда быстренько даём. Уйдите отсюда, милики, все уйдите отсюда. Зубы, всю хуйню отдаём на меня. Если бабл есть, все, этот, бьем другую, этот, похуй, на сферы все быстро дамаг в череп даем. Дамажим в череп. Подошли, дамажим. И кинетики там бейте, кто-то останьтесь. Если в пьедестале падаем. Все хуярим, два босса еще должны добить. Минута, нахуй. Воронка, видите, в боссах, нахуй, отходим, нахуй. Пиздец, блин. Гамжи, блин. Так что это. Просто прочитайте так, чтобы вы примерно понимали. 4 ляма, сейчас второй откроется и добьем. Валанор. Тоже, да? Похуй. Бейте эту хуету, чтобы сверху она не падала. Подбейте ее, ебаный в рот. Пиздец. Empower Cortex spread out. 20 секунд на берсинах. Ой, блядь. Чё-то я не пойму, от чего я упал. А, ну... Я тебе скажу хилу, сейчас... Хилу, скорее всего, от кинетики откинул, и они не могли тебя хилить в этот момент. Ну, это предположение. Сейчас я тебе скажу, от чего ты упал. Ты просто словил ваншот. Ты просто словил ваншот. Ты проебал сферы, они... Да нет. И тебя ваншотнуло. Ну, значит, ты их проебал, я тебе говорю еще раз. Ты сферы проебал. На мне, короче, висело освещение, когда я бил кельсет. Там пружинка появилась. Меня откинуло к сферам. Ну вот, видишь. Вот. Ну, так как, блядь, более-менее по ДПС ушли, несмотря на всю эту хуйню. Надо это говно кому-то? Давай я заберу. У меня 45-е. Ресните? Так, грудак, вот этот кулипристер дру, надо кому-то? Хотя с ЭТГ вроде получше. И это, и ставьте аддон и ПГП лутмастер, вот все, кто сейчас в рейде. Не сейчас, а ну, завтра, послезавтра ставьте. Так, кто там? Бывает. Так, ну я вот думаю, теперь скажите мне сразу, на чистоту, сразу. Кто, блядь, не знает, что такое Ланатель, блядь, Кровавая Королева, блядь. Что такое укусить, блядь. Что такое пакт, что такое тени, блядь. В Гере там отличается от обычки только уроном. Больше урона. Сразу скажите, кто не знает. Я не знаю все, чтобы я понимал, блядь. И вот это надо латы кому-то. На НСИКа тоже, блядь, протокол сделаешь. И там все то же самое, что в нормале. Просто тупо дохера урона и все. Это все круто, но я прошу людей сказать, кто вообще не понимает нихуя. Есть такие? Нет, я у тебя сейчас спрашиваю. То есть никаких дополнительных скиллов на ней нету. Будешь на ощупь, по-моему.
Ничего там нет дополнительного. Ну пакт кидается не на трех, а на четырех людей. Эх, сейчас будет. Я кусал его, честное слово. Ну я посмотрю разок, посмотрим, докуда дойдем. Ну и потом. Ой. Не, передохну. Ну ты слушай, ты сейчас не гори, потому я не горю. Я вообще абсолютно не горю. Вот. Это ту неделю мы еще были. Вот неделю назад мы были, 7 боссов убили. Совет не трогали. Теперь мы здесь. Вот. Мы убили совет. У нас Лана. Дальше уже идут квартальные боссы. Лана, проф и Синдра. Вот. Я не горю абсолютно. Я горю по-другому. Вот. Я в плане того, что не были, вот все, кто не был, еще раз повторю, прочитать тактику, чтобы вы пришли, и это было не то, что вы там первый раз, а чтобы, ага, я читал, вот тут вот это надо, вот тут вот то, чтобы вы имели представление начальное, потому что, ну, не понимая нихуя, рейд просто благосклонно будет вайпаться, блядь. Мне в танке оставаться? Не знаю. Сейчас посмотрим, трэш пройдем. Я сегодня уже сгорел, так что я вообще спокойно, блин. Вот те, кто знают, я думаю, проблем не должно быть. Ну, я думаю, и у вас с укусами надо, чтобы все ровно было. А те, кто не знают, ну, я сейчас буду объяснять. Значит, для начала, чтобы вы понимали, что вам надо будет сделать, надо, чтобы у всех были фреймы рейда. Что такое фреймы рейда? И скажите мне, у кого сейчас классические стоят, которые от Сируса, вот эти новые, которые они сделали? Вот, вы были с ними на лане? Показывает там, кто укушен, а кто нет, сущность Кровавой Королевы. ХЗ, да. Да, Слав показывает. Вот, вот эту хуету, вот это, чтобы все себе включили. Куда вы их будете ставить? В бок, влево, вправо, блять, за экран будете запихивать, похую. Но вы должны видеть, на ком есть укус, на ком нет. Если этого не будет, ну, тут просто нехуй делать. Можете сразу его удалять. Не показывает, там в настройках зайдите на это настройки, интерфейс, профиль рейда показывает все отрицательные эффекты. Вот. Да, вот это все хуйню делать. А только рассеиваемые галочку не ставьте, иначе не будет показываться. Ну, ДБМ, опять же, у кого он такой есть, ДБМ? У кого-то такой, а у кого-то без этой хуйни, которую показывают. Это сколько надо усидчивости и внимания, чтобы посмотреть, кого он там показывает, потом посмотреть на плашки рейда, и если там не показывает, то посмотреть, кто из них укушен, то нет. А еще может так получиться, что пока ты к нему бежишь, кто-то другой его укусит. Я, блядь, выебал. Да, ребят, это самое важное. Будет потом, блядь, не укусит никогда уже больше. Там, вот, сколько я играл, когда ДПС впритык, челики на X2 писали макрос. Вот эту хуйню там, ты кусай, ну, вот эту цепочку. В чем проблема макроса? Проблема в том, что, ну, я пробовал один раз, нахуй, но потом я сказал, идите нахуй, потому что... Челик такой бежит с укусом один и бежит там с тенями. Ну, а ему надо одного кусать, а он кусает другого. А что за хуйня, говорю? И как потом макрос на ходу переделать или как? Я говорю, ну что за хуйня? А где там тени были? А там пакт? А там, ну ебать, вот это всю залупу выслушиваешь нахуй, и получается. Макрос это для долбоебов, сразу скажу, блять. Что надо делать? Вот, смотрим, значит, на наш рейд, смотрим на фреймы. Вот, тихо, блять. Первая пати, значит, миники, да? Значит, пятая пати это хилы. Вот, третья, четвертая пати РДДшники, да? Мы должны встать так на взлетке, чтобы между каждым был рейндж, сколько там, 8 метров, да? Чтобы вы не уешили друг друга. Ну, там вообще 6, ну или 8 гер, я не помню. Вот, хилы я вас расставлю, короче, потому что ну его нахуй, я не знаю. Сейчас к вам подойдут просто всякие ретрики, хуетрики и подохнем нахуй. То, что престол дохуя есть, заебись. Сейчас я вам объясню, что делать. Вот, хилов 5. Давай.
Киризайт как самая крутая, будешь центральную метку занимать. Но это на взлетке, это не с пула. Вот. Это. Как мы будем играть? Мы будем играть под жопой босса. Самое важное — это вынести тени. То, ну, кто не вынесет, ну это пиздец. Просто приезжаем к тому на малиновой девятке. Вот. Значит, хилы остальные. Ну, Киризайт луну займет. Несика. Влагаешь, ничего. Давай, короче, кружок, чтобы далеко не бежать было. Киризайт луну. Центральную. К этим меткам на взлетке никто нахуй не подходит. Все набирайте раньше вокруг. Так, Лучезара, давай ромбик. Чумая, давай треугольник. Ну кто остается? Не остается Элия. Звезда. Вот эта метка на взлетке. Что нужно делать? Значит. Этот, блядь. Значит, взлетки две штуки будут. Значит, на первой взлетке. Давай кого мы спекнем. Я, короче, это. Я, короче, по МТ-шу, вы будете в ДД. Лексион, давай. Дота в этого в ДД. А Лексион, ты давай в этого. В танка со мной постоишь. Вот, у тебя ШВшка хорошая штука. Вот. На первую взлетку, значит, будешь давать ШВшку. И будет Киризайт давать массакру. Киризайт массакру даешь с баблом. То есть даешь массакру. Потом на следующий ГКД бабл прожимаешь. И еще можешь зарядить каплю по кому-нибудь. А этот кто-то, это будет человек с укусом. Вот, допустим, если у нас с укусом будет кто-то. Ну, какой-нибудь. Ну, похуй. На кого хочешь, кинешь эту каплю. Знаешь, да? Лань жертвенности. Вот, под бабом тебя не пошатывает. Ну, и, соответственно, встаешь, хилишь. Дальше. Что присты делают? Все присты берете. Так, сейчас немножко раскинем. Вот так. Так, жуки. Давай сделаем милики, они пожирнее. Сделаем вот так. Резельду сюда. Он не сдохнет, я думаю. Вот жуки и инвайт. Тотемы, значит, от страха. И, значит, на взлетке, когда вот баба это взлетает, начинает вихрь крутить. Все стоять на ренже должны это прожимать, значит, локи, соответственно. Поглощение теней, сами знаете, всю эту хуйню прожимаете. ШПшники, ну, я думаю, если не уверены в себе, тучку ебануть нетрудно. Потом, значит, помимо ШВ протовара и Киризайт массакры, на этой взлетке будет еще 20 гимн ХП. На первой взлетке будет 20 гимн ХП от Лучезары. Кидаешь на себя крылья это, и читаешь гимны ХП. Вот, на второй взлетке будет уже чумовая. На себя зубы хуяришь и читаешь гимны ХП. Помимо этого, все 5 пристов на себя кидаете антифир. Вот на пуле, когда 5 секунд до пула босса будет, кидаете на себя антифир. Это на первой взлетке вы не получите эфир. Что нужно делать? Если вас не зафиряло, это значит, нужно диспелить весь рейд. Ну, лужи выносятся вот. По вот этой, по серой зоне, по вот этой, блядь, по щебенке, блядь. Слева-справа от ступенек босса, начиная лужу разливать. На вот эту серую зону не ставим лужу, не льем, блядь. Вот. Стоять под жопой босса будем. Ну, босс вон где там, просто спиной к нам будет поверт и будет там стоять. Это чтобы с пактами не терять время на это ДПС, чтобы не проебывать. Ну, тени, соответственно, выносить надо будет. Там черепок будет над головой появляться. Роги есть, что кош есть. Маги глыбу придержите на взлетку, потому что на взлетке вы самые тонкие, и вас разъебет. Если глыбы нет, то на первую взлетку смело давайте, потому что ну, больше шансов было убить хлакет. И на второй взлетке, если прям, ну, глыба КД, если фрост, то заебись вторую глыбу. Если нет, то это, прям не стремайся, отдай лучше щит маны, но главное выжить, дальше уж порешаем. Вот, на второй взлетке будет, так, гимн чумовая будет давать, будет... Я, короче, дам настрою взлетку крик на ХП от Мишки. И еще будет давать инсика массакру. И Лексион дашь по откату. Там минута 45 у тебя КД должно быть. Символ. На первый? Ты на второй. На первый Киризайт. Лексион, где ты? Минута 45, да, у тебя? Да, вот талант и символ еще. Должен на минус минуту. Вот такая вот хуйня. По откату, да. Ну, да, в принципе, по откату дашь, как мне откатиться. Вот. Ну и все, в принципе. Ничего трудного нет. Ну давай еще так подумаем. Вот у нас, допустим, первая пати, что это? Вот Ассалина, где стойкий дота, налево разбегайтесь. Этот. Но не в сторону центра. Ну, ближе к лужам там. Вот. Вторая пати направо разбегайтесь. Ну, а Резельда здесь вообще вон в конец, вот где мы тут стоим, вот к этому. Между треугольником звездой, примерно сюда, вот где.
где я стою. Разбегайся в эту сторону. Вот, а там 4 этих не сдохнут, думаю. Вот, все защитные свои способности, там, вары, там, блядь, защитную стойку, шиве, если надо, блядь. Все зависит напрямую от того, как мы будем выживать на взлетке. Все, взлетка, хуй с ним, проговорили. Теперь укусы, блядь. С пула. На пулы все две роги дают на воида, на мишку. Вот. Теперь укус. Кто ловит первый укус, открываем рекаунт, хуяунт, details, всю эту свою хуйню, которая у вас есть. Если нету, ну, значит, не знаю, наугад. Но не кусаем шаманов, потому что они меньше всего дамажат. Вот, кусаем в первую очередь, вот, допустим, казик словит, да? Кусаешь, значит, кто там по ДПСу? Скажите мне, блядь. Ну, короче, казик, укусишь этого. Он... ДК кусай двоих. Короче, хуй с ним, это, 2 милика, ладно, еще, ладно, укусишь милика какого-нибудь, или ассалина, да, вот ассалин мощный дамаг. Потом пойдете по шипешникам. Вот если казик и ассалин, к примеру, будет, пойдете по шипешникам. Я вам не буду рисовать макросы. Вот, открываете фреймы и кусаете. Если голос есть, можете сказать. Вот. В принципе, как вариант, я попробую вам проговорить. Вот, посмотрим, что с этого получится. Я обычно проговаривал первый раз. Но дальше, блядь, думайте сами. И имейте в виду, вот когда человек превратился, ну, вот этот укус надо передать ему, у него дебаф укуса самого пропадает. Поэтому вы можете перепутать и посмотреть, ага, блядь, на нем нету, нахуй. И его будете кусать, как, извините меня, отсталые, блядь, будете кусать его вот так вот, я стою, вот на нем укус, он не передал, да, вот Лексион, к примеру, я стою, блядь, тыкаю, сука, не тыкается, и буду потом объяснять, усираться, блядь, не тыкается, ебаный сервер, ебаная игра. Вот, чтоб такого не было, чтобы, ну, чтобы вы укусили того, кто точно не был укушен, вы смотрите, пожалуйста, блядь, на вот эти плашки, на людей, вот, допустим, вот бой идет, да, казик получил, ага, укусил ассалина, ага, в мозге себе запоминайте, потому что, сука, за вас это никто не сделает, вот, потом идут, они укусили, допустим, один аматресу, другой, блядь, вот скуку укусил, все, дальше после взлетки пошли они четверо кусать, вот, ну, я постараюсь вам проговорить, короче, пизду, давай посмотрим, как, блядь, играем мы. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пока понабираю, игру потом подниму. Так, поднимаю. Подходим поближе. Так, дерзкое выноси. Угу. Так, кто у нас там? Казик, значит. Ну вот так и ассалина и кусай. С пактом немножко подвигались, чтобы он исчез. Захилим, блять, обрыгиваемся, пиздец. Ну, сейчас сопрут еще пить, нахуй, все. Тени 2 секунды, готовимся. Так, дерзко опять. Так, кусаешься с Алином. Потом казик будешь кусать Лавикойла, а ассалин будешь кусать Резельду. Запомните своих людей. А, кресты, кстати, антифир на себя повешали, надеюсь. Шаманы тотем трепета вытащили. Тени 5 секунд, готовимся. Надо будет... Это, готовимся после... Вот эти тени, надо будет человека здесь... Это бабл с чужими сразу. Слышите, сика? Давай. Ну вот дракона проебали, как? Давайте. Лучезара на хп читаем.
Хилимся, хилимся сами. Быстрее, быстрее хилимся, Локи. Похищение жизни кастуем. Сука, Асалина, ну укус проебали. Все, пизда, нахуй бить вообще. Ой, блядь. Ладно, давай попробуем. Вроде порезанное ХП. Давай попробуем, нахуй. Вставай, Асалин, тебя резнули. Захиливаем его. Казик, будешь опять Асалина кусать. Ловикойл, Резельду. Ну и давай, короче. Кто это резнул? Ну, Эли, давай резай Рогу, хули. Будем попробуем до упора этот трайм. Все, каскулат пристабав обновляем по ним. Ловикойл, укусишь Резельду. И попробуем. Ну вот укус нахуй, как? Ну, ай, ладно. Четыре укуса, нахуй. Объясняю теперь. Укушенные, значит, Казик, Резельда, Асалин и Ловикойл. Значит, Казик Огнестойкова, Асалин Дед Мороза, Резельда Аматерасу, Ловикойл Дерзкую. Вот. Сейчас будет после этих теней, вот тени, экстензион, выноси. Сдиспелить с него ебаный эфир надо будет. Присты на себя антифир. Готовимся все сейвы нажимать. Чумовой что-то с маной сделайте. Быстро, быстро, сейчас на фул захилимся. Все, все присты гимна ХП, срочно. Все присты гимна ХП. Быстро, прям все отдаем. Вот. Сказал, кого кусать. Потом 8 другим 8 ДПСерам. Не дай бог, сука, хила укусите. Все. Ну, следующая взлетка, это уже вайп. Вот. Где босс? Сейчас придет. Сейчас она придет. Хуярим. Захилим, захилим, захилим. Передаем, блядь. Не дай бог, сука, вампира превратитесь. Где двое еще? Один еще. Вот. Выноси, Василин. Вынес? Нет, не вижу. Ну, блядь, молодец, нахуй. Сука. Ёбаный в рот, нахуй, а? Ой, пизда, блядь. Асалин, блядь, братан. Ну, ноль, понятно, хули. У меня тоже 2 FPS, блядь. Бежим, нахуй. Покидайте тело, нахуй. Бежим все. Потому что там... под боссом все. Пизду, блядь. Это, чтоб не сдохнуть. Вот смотри. Вот когда, допустим, тот же нестойкий, пример, вот, да, первая взлетка, да? Ты знаешь, что Асалин это Рога, 30 тысяч дамага. Вот, на нем укус Казик дал. Вот, проходит взлетка, да? Его хуй кто ухилит. Либо он в лужу там забежал. Сейчас я посмотрю, как он сдох. Так я дал по себе бабу на взлетке специально, чтобы дать сокро. Но я до него не дотянулся, просто ни до кого из укушенных. Ну вот. Надо было дотянуться до Асалина. Асалин, будь рядом с огнестойками. Сейчас тебе укус будет передавать второй, ты, блядь, чтобы был под этой хуйней. Ну, немножко хоть по тебе урон снизился. Пиздец. Проебать укус. Самая хуйта, это ну, чтобы укус умер, это пиздец. Самая залупа. Добавим гимны ХП, короче. Значит, литр пива будет на первой взлетке отдавать бабл на себя и сокру на вот скуку. Вот скука на первой взлетке вместе с Лучезарой будешь еще гимн на ХП второй читать. На второй взлетке уже остальные три приста будут читать. Давайте. Так вроде, вроде есть шансы, блядь. Я на первой взлетке также Асалина сейвлю, да? Кто? Принестойки. Ну, да, давай так. Киризайт, твоя сокра на первой взлетке вместе с ШВ Протовара. Инсика, твоя сокра на второй взлетке вместе с моим криком, блядь, на ХП и абсорбом. Юзайте свой класс по максимуму. Вот. Кто там диспелил фир, ну-ка. Вот, чумная диспелил. А матрасу дерзкая. Вот, остальные тоже подключаетесь. Когда босс еще в центр прибежал, дал фир по всему рейду, от вас тоже должны быть диспелы. Если масс диспел дали и никому, ни по кому не попали, нужно диспелить. И точечно надо диспелить в первую очередь человека, который бежит с тенями. Если нет антифира никакого, ни бабла, ни глыби, ни хуя, его нужно диспелить, потому что фир он получит, в лужу забежит, которую он же разлил, и сдохнет нахуй, чтобы этого не было вообще. Вот. Плюс у шаманов, вот первый, это третий, четвертый пати, они ставят тотем трепета. Чтобы они доставали эти тотемы, нужно находиться в рейнже действия тотема. Действие 30 метров вроде как.
Короче, под чем вы там, под какими фласками? Сапроты пейте, короче, пизду. Пейте все сапроты. Вот кто вообще без фласок? Я в ахуе просто. Вот огнестойки есть. Пейте сапроты все. Чтобы, блядь, было проще захилить это все. Доставайте сапроты, пейте. У кого нету? У кого есть? Да какой дамажить у него там? Думаешь, ну, думаешь, один хил все спасет? Тут если, блядь, человек в тени забегает, как что спасти? Дайте шкаф с умом. А, он все добегает уже. Ребафните, пожалуйста. Для первого трая даже очень ничего было. Ну вот сейчас сделаем так, чтобы это было сейчас уже убийство трая. Все нормально. Просто это самое, не проебать укус. И, ну, и вот как я, может быть, в Америку открою. Вот, например, на взлетке Аризельда, ну, даже в сове, прожимаешь дубовую и хилишь. Вот выбираешь себе, я хуй знаю, выбираешь, допустим, мага Халокета и хилишь его. Вот, или с укусом, если, к примеру, Салин, и выбираешь и хилишь, даешь дубовую, даешь дубовую на второй взлетке и спокойствие. Вот, тоже спокойствие на второй взлетке дам. Ну, или тоже, в принципе, пати, может, если там... На свое усмотрение. Вот. То есть, блядь, отыгрываем. Шамана себя хилим, блядь. Ну, цепухи долго будут. У себя быстрой волной хуярим. Стоим на все взлетки. Вот она сколько? 3-4 этих стрелы даст. Вот эти крутанется наверху. Потом будет садиться. Уже потом уже сбегаемся под босса, блядь. Слушай, а прям бьют с первой щ... Вот как ты дал пул, и сразу все бьют. Тут зеркало ловить не надо. Все нормально. Сразу лупить. Зеркало ловит Лексион, там просто я надо рядом со мной встать. На меня напуливают два роги. Конечно, можно лупить. Все, две, что. 5, 4, 3, 2, 1. Тоже, блядь, 0 FPS нахуй на этом говне. Сейчас отведу немножко. Раскадровка пиздец, конечно. Три кадра нахуй в секунду. Так, тень не грязает. Так, кто там с укусом-то у нас? Что-то не вкуриваю. Результат. Голови койла укусишь. Казику укусил. Хуёво. Милики 20 секунд, сука, не бьют на взлетке, нахуй. Нахуя вы кусаете их, блядь. Ладно, похуй. Казик тогда Салина, а Резельда Ловикоева. Эти тени, сейчас после них готовимся, выносим. После них будет фир, готовимся. Ставим тотемчик трепета, инвайт переставь после себя. Сдиспелить его, фир с него, сука, хуй кто сдиспелил, блядь. Ёбаные присты, блядь. Вот ШВ, кризает массакру. Лучезара, вот сколько гибных хп, быстренько захиливаемся. Хилимся, хилимся, хилимся. Все, вихрь выжил. Лица Байер ничего. Блядь, ты совсем, сука... Падаем нахуй, я ебал в рот такую хуйню. Что у тебя за хуйня? Почему ты укус не передал? Брателло, блядь, объясни мне, пожалуйста. В чем ебаная проблема, блядь? Тут он нет. Пиздец, блядь. Если бы я побежал через центр, я бы вас
Стрелой. Нихуя. И чё, укус не надо передавать теперь, да? Или как? Как тогда играть? Ты мне объясни, ты ёбаный в рот. Пиздец, я просто... Я не знаю, как это комментировать, блядь. Ебать. Не дамажь с пула, блядь. Дай людям... Сука. Ну почему так трудно-то, блядь? Ты мне объясни, ты мне играешь сколько, неделю или что? Почему так-то, блядь? Или всегда так было? В порядке вещей. Так можно делать, вот вы пойдете в гильдию прогресс, но мерси, хуерси, вот эту всю залупу. Там у всех, у 24 людей, сука, Т5, 4 куска. И вы можете там хоть что делать, нахуй. Хоть не кусать, хоть вообще не бить, нахуй, хоть вообще в рейд не ходить. Там весь шмот, блядь. Который нахуй никому не нужен. Вам тут нужен шмот, давайте играть. Вы подумайте сами. Блядь, пиздец. Ну передай ты, ёбаный укус, хоть кому, ёбаный в рот. Ты что, блядь, дал ранее, что ли, что ты не мог добежать, передать хоть кому-то укус? Сука, 10 секунд дается. Ты мне объясни, как так-то получилось? Почему, блядь? Как сказал Сан Саныч, почему так, нахуй? Блядь, надеюсь, такого больше не будет, нахуй. Это полная хуйня. Превратиться в вампира на этом боссе, это все равно, что пидором стать, нахуй. Это пиздец. Вы себе поймите, это полная хуета. Ну ты передаешь укус, чтобы дамажить, чтобы босса убить. У нас нету еще такого ДПСа, чтобы мы могли себе позволить, блядь, хуету делать, исполнять. Тыкаем на сумму. Берешь вас, думаешь, рейд пиздец, сейчас придем, блядь, с первого трая ебанем. Нет, оказывается, надо, блядь, учиться, нахуй. Как бы кому хуёво не было, блядь, ну, выхода всего три. Либо топ-гильдия, либо магазин, либо учиться, блядь, вместе со всеми. Работать, блядь, стараться. Так что, блядь, за вас никто ничего не сделает. А там в три укуса они всегда на взлётке, получается, будут? Три укуса всегда на взлётке будут? Нет. Почему три? Третью. Ну, то есть какой-то укус спекта будет по таймингу на взлетке, я правильно понимаю? Я просто не знаю тайминги здесь. Ну, это кто, гнестойкий? У тебя есть фрейм? Да-да-да. Да, есть. Там показывают укусы? У меня, не, у меня все показывает, я спрашиваю, укусы, именно окончания, они всегда, когда надо укусать, они всегда во время взлетки будут. Ну, это напрямую зависит от того, как быстро человек передает укус. Если, к примеру, передавать моментально, то один тайминг будет. Если передавать, вот побегать в вампире 8 секунд, и потом на последнюю секунду перед превращением уже, блядь, передать укус, то другой тайминг будет. Вот так тебе понятно? От чего? Да, мне понятно. И именно от этого зависит. То есть, если человек, допустим, вот он пробегал, да, превратился в вампира, если бы он на последней секунде передал, то он бы уже, его пачка, его цепочка укусов уже на другое время немножко передавалась. Вот. Так как нам нужен ДПС, мы получаем укус, он укус лутается на 10 секунде боя, блядь, или на 10, или на 15, вот. Он передает сразу. Если ты, ну, будешь долго передать, ты пробьешь свой ДПС, ДПС рейда понизится, то есть, ну, укус надо передавать быстро. Не, я знаю, как работает механика, я просто, ну, по вот таймингам не знаю. Напрямую, ну, тайминги все вот на видео надо смотреть. Потому что я тебе так хуй что это расскажу. Надо смотреть. А разве она взлетает не от урона? Если мы быстрее надамажим, она быстрее взлетит, не так? Нет, не так. Просто Славян, я быстро хотел предложить, может, не в тему. Может, если на взлетке укуса происходит, поставить просто две метки, куда будет сбегать столько долларов. Ой, ебаный рот, блядь, пиздец, нахуй. Я говорю сразу, тут не в том проблема была. Человек подумал, я побегу там, блядь, вайпну рейд, но при этом не стал кусать никого. Почему? По какой причине? Чем он руководствовался, нахуй? Не передать укус, я говорю еще раз, это равносильно, блядь, пидорасу, нахуй. Вы понимаете, это должны, блядь. Передать надо укус. Если ты даже не добежал до своего челика, но у тебя время 10 секунд дается. Не успел, укусил, вот, блядь. Кто стоит здесь, кто здесь стоит, кто тут, пока ты бежишь, блядь. Все. И дальше уже играем, блядь. Потому что ты передал укус, ты сдох. Ты проебал свой ДПС, ты укус проебал. Их будет не 16 в конце, а сколько там? 8, нахуй, или сколько там? Да, 8. А это нам не надо. Нам надо, блядь, чтобы люди дамаг давали. И вот это метки, нахуй, ну я ебать. Я хуй знает. Вот, ну, пизду, блядь. Метки, нахуй.
Давайте нахуй. Детский сад, нахуй. Вот метка тебе, блядь. Передавайте, блядь, укусы, нахуй. Вот квадрат, блядь, вот крест. Как хотите, там берите и передавайте. Блядь, я вот я делаю как. Только начали. Нахуй так... эти метки не надо. Это. Пизду, потому что, сука, надо, блядь, кусать. Вы стоите все под жопой. У всех, сука, никакие метки не нужны. Вот на взлетке, если ты выбрал человека своего, вот как я кусаю, давайте, блядь, гайд вам расскажу, нахуй. Вот, допустим, хуй с ним, кто там неприметный, да, лови койл, блядь. Вот, допустим, я получил укус такой с пола. Стою, бью такой в сове. Ага, побил, блядь, лови койл. Нажимаю, блядь, запомнить цель, нахуй. Нажал, стопнул дамаг, лови койл, побегай. А вот он стоит, блядь. Вот видишь, я посмотрел, у него под ногой. Вот я нажал на него левой кнопкой мыши. Это вам гайд, сука, рассказываю. Кто там, блядь, в метке хочет бегать. Вот. Значит, нажал, а у него под ногами такой зелененький кругляшок. Называется фрейм, блядь. Ага, увидел. Вот он стоит. Угу, в натуре. Если мы на рендже стоим. Ну так, блядь, вот на взлетке, к примеру, он разбегается. Смотрю, ага, у меня секунд, 10 секунд остается до, блядь, до того, что я превращусь в вампира, надо кусать другого челика. Ага, смотрю, 5, 7, 3. Нажимаю на него, блядь. Ага, вижу, вот он, ебаный в рот. Я такой превратился, блядь, укусил, блядь. Нихуя. Передал укус, ебать. Пошел на рендж, стал бью дальше, блядь. Что это пиздец? Это дохуя IQ, надо вот это сделать или что? Так... Сорян, я закрывал эту хуйню миллион раз, мне не рассказывал. Я просто имею в виду не, именно ты, на взлет. Ты-то понятно, я тебе и говорю. Я сейчас только что объяснил, что делать на взлетке. Не можешь добежать человека, извини меня, не можете добежать до человека. Укусите какого-то ДД, только не кусайте мне хилов. Вот они, блядь, 5 меточек стоят. Их не кусайте, потому что этот укус апает дамаг, не хил, блядь. Нам нужен дамаг на этом боссе, блядь. Укусить надо, потому что если вы будете вот как Аризель, да сейчас пробегал, блядь, это будет хуета. Можно сразу игру удалять, еще раз говорю, блядь. Играйте как задумано. Давайте, блядь. Я уже заебался трепать языком, блядь. Вы тоже, наверное, заебались. Это дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Лексион, не бей. Сейчас вот будет укус на тебе, будем падать сразу. Пула никогда не бей. Просто подбегаешь со мной, сбьешь автоатакой. Не надо бить вот этой хуйней. Это ничего не дает. Здесь услышала. Сейчас уже можешь бить, потому что там укус передался Казику. Так, тени смотрим 2 секунды. Смотрим на ком. Аматерасу. Нет. Значит, ну короче, чтоб понадежнее было, потому что у тряпок у них и хп меньше, давай Казику кусишь от нестойкого, а Салину кусишь Дед Мороза, РДДшников потом кусим. Самое главное, чтобы вот эти 4 милика с укусами сейчас на взлетке не сдохли. Сейчас будет передача и взлетка одновременно. Смотрим, диспелим, Лок несет этот тени. И с него надо диспелить фир. Готовимся. Диспелить фир с паривита. Давай ШВ. Давай массакруки резает. Чезара вот сколько на хп даем. Захиливаем. О, красиво. 4 укусика живые. Теперь дальше. Значит. Казик. Укусишь ловикойла. Огнестойкие халоки, да. Значит. Дед Мороз дерзкую. И Асалину укусишь Резельду. Только Резельда, блядь, с укусом не сделает такое говно, как уже было. Икел, или нет? Чего?
тени там были. Давайте внимательно. Все сейчас стоят с жопой босса. Антов нету. Укусы спокойно передаете. Повернулся, передал. 12 секунд укуса. Давайте. Лучезарная тень. Так, передаем, передаем. Все, 8 укусов есть. Дальше. Дальше. Скажу вам, кого, кто не укушен, чтобы вы не проебланили. Не укушенные. Паривит, Трибал, 2 энха, Экстензион, Лок. Еще не укушен дракон, литр пива, Дота. Мороз, тень. Вот этого хватит. Это вам, чтобы вы понимали, кого кусать. Если совсем хуево, лучше даже хила укусите. Если совсем прям не получается. Нихуя, готовимся, прожимки. Фул прожимки, нахуй. Блять, ебаный в рот. Фул прожимки. Все три приста на хп быстренько читаем. Всю хуйню отдали. Вот, живая, заебись. Вот, теперь Ризельда быстро резать Деда Мороза. И его быстро засчитывать, захилить. Укусы сейчас передавать. Дед Мороза быстрее резаем. Быстрее, быстрее. Его укус, укус. Быстренько на фул его поднять и укусите кто-то его. Быстренько, быстренько. Вот. Хуярим. Вот. Вот, выноси этот, кто там? Ой. Отойдите, блядь, немножко. Отойдите немножко, отойдите. Да сука, ебло, блядь. Геру. Хуеру, нахуй. Бараны, блядь. Под лестницей налили. Справа. Сука, самое простое, нахуй. Тоже кадры у тебя там, блядь, парили? Кто это был, блядь? Ебать, все просто, все, блядь, просто. Вы сами видите, нахуй. Только ебаную лужу надо вынести с ебаного рейда, блядь. Сдохните, нахуй. Пиздец, нахуй. Только осталось Геральда добить, нахуй. Mm-hmm. Нихуя трудного нету, нахуй. На чумку закрыли, Слава? Чего? Чумку закрыли? Ну, блядь, кроме профа. Лок, нахуй, тебе не стыдно? Это кто был? Паривит или Экстензин? Кто это был, блядь? Что же 2 FPS, блядь? Мне объясните, у всего рейда 2 FPS, блядь? Я думал, только я один такой, блядь. В чем проблема-то, ебать? ДБМ пишет. 17, нахуй. Я в ахуе просто, блядь. Ты просто вайпанул весь рейд, нахуй. И, блядь, главное, ноль эмоций. Хоть бы сказал, блядь, сори, блядь. Не знаю, блядь, где, как, кто до этого играл, чё, как у вас было, блядь, ну это пиздец. Ебал, речь не о тебе. Ну, блин, могу сказать только, что, ребят, тоже, если видите, что случается такая хуйня, резче прям реагируйте, шаг вперед сделаете или шаг в сторону. Там, во-первых, первую лужу перед этим ее тоже близко разлили. А вторую вообще на лестнице, там ни в сторону, никуда не шагаешь. Все понятно, просто, блядь, ну подумали, нахуй нам надо, ну, контент, мы будем просто вайпаться в лужу, нахуй, пиздец. Ну, как только, блядь, сыграете, так и сразу все, блядь, будет дано, нахуй, свыше, блядь. Вы лужи разносите по разные стороны, вы все лужи льете в одну сторону. Нет, с обоих сторон лужи были, просто близко к лестницам разлили. Надо еще... Надо еще по классике немножко админа серва обосрать, и что они клиент убили, блядь, оптимизацию у него. Так что у всех, блядь, неважно какой компьютер, но ты будешь, сука, смотреть мультик. Ведьмак 3 играю, нахуй буду еще, блядь, тут лагать, блядь, 3 кадра, сука, ебан на Варкрафте. Есть, да, оптимизация 0 тут. Зато, блядь, модельки красивые. Того резать я не буду, кто там... Зато лодки выпускают по 3000 рублей. Покидай тело, блядь, инсика. А то тебя реснешь нахуй. Ставлю рыбу. Запусти с собой еще, блядь. Давайте шкаф.